нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Наша большая семья уже создана в 2009 году. И, вернее, она у нас была еще небольшая семья. В 2009 году мы с супругом, с моим Сергеем, расписались официально. До этого мы с ним были знакомы уже лет 5. И вот в 2009 году мы с ним официально зарегистрировали наши отношения. И наше начало нашей семьи началось. Потому что у меня двое детей от первого брака. У Сергея тоже двое детей от первого брака. И когда мы с ним решили создать семью, он мне предложил родить ребенка совместного. Но я отказалась, потому что возраст уже не тот. Своего ребенка рожать довольно-таки уже страшновато, потому что по медицинским показателям возможны различные патологии. И я предложила взять приемных деток, чтобы эти детки были нашими совместными детками. Сергей, конечно, согласился. И вопрос стал, сколько будем брать? Я говорю, ну сколько нам дадут, столько и возьмем. Решились на троих детей. Вот. И когда мы начали уже ездить, где у нас Вова? К Вове? Начали ездить к Вове. В этом же детском доме был еще Олежка и Кириллка. Олежка подбежал и сказал, мама, возьми меня на ручки. Вот. Он смотрит на меня и говорит, ты же моя мама. И шепчет, а у меня еще братик есть, возьми еще меня с братиком. Я посидела, подумала, позвонила в опеку и говорю, а можно нам 5 взять? Потому что нам разрешали только 3. В опеке сказали, да, возьмите 5, если, значит, вытянете. Мы стали оформлять документы на Вову, на Олежку и на Кирилла. А Егорка с Пашей у нас находились в другом детском доме, но мы с ними тоже уже общались. Мы же хотели взять Вову, Егору и Пашку. Вот. А получилось, что вместо Егора и Пашки нам взяли вот этих. Дети должны быть любимы. И если государство не может отслеживать родителей, если потом получается, значит, наши... Государство иски предъявляет, почему так случилось, что ребенка забыли в машине, и он 2-летний, да, Дима, задохнулся, и родители никакой ответственности не несут, родители оправдывают. Вот этого я тоже не понимаю. Если ты взял ребенка, ты за него в ответе, так? А если не можешь, тогда не бери. А если взял, будь добр, ответь тогда за то, что ты сделал, за то зло, которое ты причинил ребенку, либо за ту радость. То есть мы в ответе за тех, кого мы взяли. Вот если я взяла, то я знаю, что я никогда, ни при каких условиях детей обратно не сдам. Как бы тяжело ни было, это мои дети. Я их никому не отдам и никому не позволю издеваться над ними. Значит, мы хотим, чтобы все детские дома закрылись. Мы это хотим. И главное, чтобы дети попадали в руки добрых людей. 8 детей. 8. Больше не дадут. Вот мы хотим еще 2, у нас будет лимит.